Ответь, Господь, скажи мне, почему ты Бог любовь, откуда столько боли? Дай мне ответ, понять я не могу. Откуда ненависть, откуда горе? Зачем, скажи, зачем родная мать на произвол судьбы дитя бросает, вместо того, чтоб приласкать, обнять, без нежности малютку оставляет? Зачем своих отцов и матерей родные дети часто забывают, вместо того, чтобы подать елей, раны жестоко солью посыпают? Ответь, скажи, зачем мне счастье, скорбь, за хлебом есть протянутые руки? Ответь, скажи, зачем? Да ты же Бог. Зачем предательство? Зачем разлуки? Вопросов было много. Почему? Зачем? Как так? Да разве это можно? Но вот ответ услышала сквозь тьму. Простой ответ, понять его несложно. Да, много есть неправды, пустоты, но я для этого имею планы. Для этого, запомни, создан ты, чтобы умел лечить чужие раны. Хочу, чтоб сердце доброе имел, чтоб видел ты хромого, сироту, не отвращая головы своей, смог подарить внимание, доброту. Кому-то просто загляни в глаза, и этот взгляд, поверь, не будет лишним. Ты присмотрись, у них блестит слеза не от прекрасной и чудесной жизни. Ну да, ты сытый, хорошо одет, но очень часто жизнью недоволен. Подумай, каков будет твой ответ, когда спрошу я, сидя на престоле. Спрошу тебя, задам тебе вопрос, ты видел нищету и много боли? Что сделал ты, что доброе принес? Что сделал ты, ведь было в твоей воле помочь? А ведь возможность ты имел воды дать, хлеба и сказать о Боге. На раны ты же мог подать елей, поднять упавшего на жизненной дороге. Кому-то мог бы просто подойти, о жизни мог спросить нелицемерно, и добрые слова ты мог найти, они б к тебе вернулись непременно. И пусть ты сделаешь совсем немного, просто в молитве душу принесешь, но знай, что сделал для меня, для Бога, и в вечности награду ты найдешь. Аминь.